Они со школьной скамьи изучают правила дорожного движения, основы оказания медицинской помощи, пропагандируют навыки безопасного поведения на дорогах. Несомненно, деятельность отрядов юных инспекторов движения – неотъемлемая часть профилактики дорожно-транспортного травматизма. Движению ЮИТ исполнилось 45 лет, и за все эти годы оно не утратило своей актуальности. На сегодняшний день участниками проекта в Щелковском районе являются более 3500 школьников. Это свыше 100 отрядов из 32 образовательных учреждений. В течение учебного года ребята активно принимают участие в различных мероприятиях, конкурсах, совместных акциях и рейдах с госавтоинспекторами, ведут профилактические беседы со сверстниками. Мы стараемся помогать. Мы, когда видим кого-то, говорим, там, как надо переходить дорогу и так далее. Учим первоклассников в нашей школе, как правильно знать знаки дорожного движения и переходить дорогу. Хотим, чтобы будущее поколение все же не забывало о правилах поведения на улице. В актовом зале районной администрации состоялось праздничное мероприятие, посвященное 45-летию движения. Нет ничего дороже, чем человеческая жизнь. И когда мы понимаем, что каждый год в дорожно-транспортных происшествиях погибает 33 тысячи человек, 33 тысячи человек – это страшная цифра, страшно. Поэтому молодцы, что вы надеваете форму, молодцы, что знаете стихи, молодцы, что занимаетесь и изучаете правила дорожного движения с такого молодого возраста. И самим своим примером показывать другим детям, как надо выполнять правила дорожного движения. Это очень важно. ЮИТовцы долгие годы занимают почетное место в ряду помощников по санинспекции, являясь примером ответственности и целеустремленности для сверстников. Ну, 45 лет в нашей стране ежедневно кропотливо продвигается движение юных инспекторов дорожного движения. Пусть не каждый день, но завидной регулярностью мы напоминаем о том, что необходимо сберечь жизнь, в первую очередь, детей на наших дорогах. В торжественной атмосфере наградили представители отрядов ЮИТ Щелковского района, призеров и победителей районного слета юных инспекторов движения. Ну а продолжилось мероприятие масштабной акции в самом центре города. Отрядом ЮИТ страны 45. В Щелкове в центре города проходит праздничный флешмоб. Здесь на площади Ленина собрались более 150 школьников, юных инспекторов движения. Вот так, ярко, в веселой атмосфере районные отряды ЮИТ отметили свой праздник. В конце же процессии сотни воздушных шаров устремились прямо в небо, что сделали праздник еще более красочным. Сегодня мы привлекли внимание общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма. Ведь очень страшно, когда на дорогах у нас гибнут, либо страдают дети. И все это происходит по вине взрослых. Они на собственном примере показывают, что да, там можно где-то не пристегнуться ремнем безопасности. Можно пренебречь скоростью, можно там проехать на красный свет. Они все это видят и вкипитывают, как губки. Наша цель и сегодняшнего мероприятия также обратить внимание взрослых, что у нас столько детей занимается, они лучше любого взрослого знают правила дорожного движения, и они сами учат детей и взрослых этим правилам. Анна Бальет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».